Здравствуйте, коллеги! Вновь ProdExpo 2021 на ваших экранах. И у нас новые спикеры. Здравствуйте! Расскажите, как вас зовут, какую компанию вы представляете? Здравствуйте, меня зовут Глухова Вероника. Я представляю компанию «Добрые сласти», «Добрые сласти ритейл». Мы приехали к вам из региона, находимся в городе Ульяновск, Поволжье. Меня зовут Ирина Старченко. Я являюсь партнером компании «О, добрые сласти». Представляю интересы на московском рынке, в сетях. Прекрасно. Расскажите, пожалуйста, вы первый раз у нас на выставке или уже бывали? Ну, мы посещаем выставку ежегодно. В прошлом году мы принимали участие, выставляли со своим стендом. В этом году вот из-за пандемии стенд мы решили не выставлять и посещаем выставку с целью оборудования, поиска новых поставщиков сырья, упаковки, вот с такими целями и встречи с партнерами. Прекрасно. И такой вопрос. На выставке принято удивлять. Может быть, вы какой-то новый революционный продукт привезли в этом году или в этом году вы привезли, наоборот, свои боевики, самые лучшие, самые любимые? Ну, мы привезли в этом году как раз новинки 2021 года в сегменте эко-био-веган. Это линейка, состоящая из 20 практически наименований, лидеров продаж и конкурентов в других сетях, и нашей продукции, наши лидеры продаж и абсолютно новинки на рынке, которые мы совместно с диетологами разрабатывали. Вот эта новая серия наша, ну, то, что от нее осталось, точнее. Это значит, шло время. Разошлись. Да, получается, это ли не показатель качества продукта? Получается, у вас было много-много единиц, а теперь осталось совсем мало, потому что всем пришлось по вкусу. Мы оставили, зная, что мы будем сейчас здесь рассказывать, вот мы поэтому оставили несколько штук, буквально вырвали из рук. А наша съемочная бригада очень надеется, что как раз последние остаточки, которые остались у вас в руках, осядут именно здесь. Расскажите, какие-то планы у вас на следующий год, расширять ассортимент, находить новых партнеров по размещению вашей продукции? Какие-то уже вот наметились векторы движения дальше? Конечно, наметились. Вот недавно, как раз перед пресс-конференцией, мы вели переговоры с партнером, интернет-магазин «Самокат» называется, вот, и разработали стратегию развития на этот год. Вот буквально сейчас тоже мы поделились своими образцами и будем сотрудничать активно по направлению собственной торговой марки, я думаю, потому что это больше их заинтересовало, потому что наша упаковка как раз и подходит для направления СТМ. А так мы работаем с сетями X5 Retail онлайн и офлайн. Сейчас ведем переговоры. Гиперглобус ведем переговоры. Утконос у нас наш партнер. Ну и многие другие сетевые магазины. Мы с ними сейчас ведем переговоры. Активно будем развиваться дальше. И еще очень интересно, вы говорили, что какая-то история связана с нашим порталом retail.ru. Очень хочется услышать. Это ведущий новостной портал, конечно, в области ритейл, и мы получаем оттуда информацию самую актуальную. И, например, в первые дни карантина, когда вся наша страна и, конечно, производители особенно, вот, мы испытали просто шок от того, что карантин резко снизил, ну, у кого-то поднял продажи, но у нас лично он снизил по нашим клиентам. Многие выехали из Москвы на удаленке, куда-то засели. И портал опубликовал новость о том, что «Зеленый коридор» открывает компания «Dixie». Мы буквально, я в это время как бы, в общем, проводила время на юге нашей страны, устроила себе небольшой отпуск. И пока я ехала обратно, за двое суток буквально мы подписали договор благодаря порталу с компанией «Dixie». И осуществили поставки, которые, в принципе, выровняли все наши продажи. Вот такая классная история. Спасибо. Круто. Retail.ru помогает в бизнесе и в трудную минуту никогда не бросит. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Мы желаем вам удачи и до встречи в следующем году.